Вак студио снова с вами, дорогие друзья. У микрофона пара комментаторов. Меня зовут Антон Тоник Милищук. Со мной работает мой коллега Александр Савбалбеляев. Да, привет, Антон. Добрый вечер, дорогие друзья. Люди X против Mix Фейдов. И матч уже начинается. Ну что ж, пошли первые фраги. Васян Про убивает своего оппонента Бьюджем Дая. А дальше, ребята, просто-напросто салат Оливье из своего оппонента делают. В одно мгновение микс фейдит, погибают. Люди X на быстрой ноге забирают пистолетный раунд в свою пользу. Если так пойдет и дальше, то мне на самом деле страшно за команду атаки. Мне действительно тоже страшно. И 4 на 4 нас ожидает матч. Не как обычно 5 на 5. И я надеюсь, в скором времени они все-таки решат зайти. Пятые игроки. Оба коллективов. И Enemy уже залетает. У нас не попадает ни по одному из игроков. И у нас напросто парни с командой x отправляются под Upland. Но сейчас же, сейчас же Хэнди погибает. У нас Люди Икс уже в меньшинстве. Знаешь, таком своеобразном, поскольку ребята после первой потери своего тиммейта моментально остаются уже втроем. Необходимо оборонять позиции Апланта. И тут же плеер понимает, что в упоре есть его противник. И там уже Илья Дед Стар получил. Получил свинец по телу. Отходит со своей позиции. Да, несомненно, 1-0 на табло, но Микс Фейдет пока что понимает, что им нужно делать ничью. Да, Бентурич уже погибает от Васи и Бунги. Буги сейчас может погибнуть, почти, почти погиб, но здесь погибает плеер. И ситуация становится 2 в 3, и Аплэн сейчас могут нам просто, не занять. У нас игроки команды Микс Фейд, потому что здесь у нас принимает паблик, и принимать Вася должен был, но погибает от одного из игроков, и все-таки забирают у нас. Последний игрок команды Микс Фейдет и это 2-0 на табло. Ну вот, ну вот теперь на самом деле атака будет понимать, что им нужно делать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Насколько же обидно начинать раунд втроем. А что с ним произошло, Саш? Мне самому интересно, по-моему, просто-напросто он перезашел. Хотя, кто знает. Хотя, кто знает, но, по-моему, он просто-напросто исчез и остался за своей командой неизвестно. Будем говорить, что неизвестно, и парни действительно играют втроем. Да, вот так раунд, вот так встреча. Херди, вот так хедшот должен залетать. Поэтому парню на самом деле я этого уже ждал. Поскольку ситуация была такова, что если не убиваешь ты, убивают тебя. Да, ты прав, Антон. И парни уже играют. 3 на 3. И, кстати говоря, по-моему, они отправляются на бэкленд через коннектор. Хотя там будет принимать у нас Вася и один из игроков команды людей X это Dead Star. Или же нет, они решают все-таки сместиться под Аплен, где будет их принимать один из игроков команды Люди X. И это у нас паблик. Ну вот сейчас Скандинав отбирает USPS, посмотрим, будет ли это для него тотальной ошибкой, поскольку, знаешь, юз при агрессии, он не так хорош, как тот же самый Глок. Enemy делает фраг по Бенторичу, атака остается вдвоем, и теперь уже флешки даже пошли от этого парня. Но заметьте, время остается совсем немного. Команды микс Fade, и они решают пока что стегнуться под бэппленд, хотя еще трутся возле туалетов. И их сейчас может принимать у нас а, Вася, хотя возможно примет хотя бы одного, но должен погибать. Играет парень довольно-таки аккуратно и их слышит. 20 секунд остается до последовательной бомбы. И сейчас просто-напросто будет Выходить, первым получает в голову, также должен получать на ствич и... Все-таки должен заряжать у нас один из игроков команды Люди Икс, и Вася сможет ли убить. Получает голову, 70 хелспоинтов. У него остается и должен забирать у нас последними игроками. Микс этот и возможно, все-таки заберет. А куда сейвит-то идем, скандинав, дружище. Последние секунды я бы в такой ситуации сейвить, Юсп уж точно не пошел. Плееры заходят за атаку, за защиту. Прошу прощения, непонятно почему за них. Я понял. А как? Как быть? Что было делать? Ребята убили, убили своего тиммейта, оппонента, разведчика под прикрытием. 3-0. Игра продолжается. И снова плеер. Но... Пора, пора перезайти уже. Можно было бы понять, что лучше перезайти на сервер и отыграть с нулем. Да, ты прав, Антон, но посмотрим, что он будет делать. Скорее всего, сообщит просто информацию своим тиммейтам и Буки. Весь своим тиммейтам отправляется под доплен, будут заходить через лонг и через фонтан. Два драка находится в команде Mix в коннекторе, и один уже стянулся потихонечку ближе к своему тиммейту. уже заходит Бугимед у нас на дальний лонг и будет выходить через него. Один из игроков команды людей находится в коннекторе и будет принимать у нас эту стычку. Паблик. Откидывает смок на лонг и просто чекает у нас туалеты. Да, вот знаешь, фактор того, что информацию могут слить, он имеет место быть. Атака, тем не менее, довольно спокойно проходит через лонг, но будем наблюдать уже за финальной отыгровкой, поскольку, знаешь, возможно, возможно, информация не сливается. Ну, кто знает, кто знает, и его просто-напросто уже он ливнул. Да, да, он действительно львнул, и Бенруш убивает нас Харда и три, три ситуации. Парни отправляется под доплентах. будет принимать у нас паблик, уже их реализован, бомба имеется, промахивается. А, нет, попадай, прошу прощения, по бугимену, 49 хелспоинтов не остается. И убивает у нас Твича, отличным хэдшотом в голову. Здесь Вася приходит на помощь, забирает все-таки одного бугимена, и забирает последнего Бенруша. 4-0, дабло и парни из команды Люди Икс собрались и могут, могут взять 16-0. Да, Бьюджим Дай здесь на самом деле мог, мог побороться даже с тем хп, какое у него было. 4-0, игра 4 в 3, пауза пока что не ставится, я до конца не могу понять, что это за матч. Это матч 4 против троих. Микс против стака, скажем так. И Харт отправляется на нас в туалет. И будет откидывать смог на дальний лонг. И Бендрич убивает Васю. На б может выходить на б реализовать. У команды Микс вейдят, Но смогут ли они это сделать? Бугима приходит. Должен делать прострел. Хотя бы забирать. Попробовать у нас одного игрока команды Людей X Бендрич должен, должен забрать все-таки в голову Дед так происходит. Забирает его. Но с девяткой приходит на нас Харт. Забирает Бендрича. Есть размен у нас. Забирает, погибает Харт. И Паблик делает минус под вечером. на союзу последний, это клатч, возможно, будет против Паблика, но Паблик смог зарешать, это 5-0 на табло. А вот те самые средневысокие настройки помогли этому парню, поскольку он увидел тень своего оппонента и заранее начал стрелять по данной позиции. Шестой раунд пока что не заходит. У нас четвертый игрок от Mix Fade. Это ребята продолжают втроем. Но здесь все в рамках правил, поскольку при старте матча должно быть 4 игрока. Да, при старте должно быть 4. Но пока что мы видим троих у игрокам у игрок игроков команды Mix Фейда. И, кстати говоря, они отправляются через коннектор. Двое, а один стоит просто на простонадальном тест-спавне. Сейчас будет стычка в коннекторе. И, возможно, хард может ее зарешать. Заходит, убивает, должен, по крайней мере, убивать. О, это все. Хард забирает двоих игроков, остается последний и Он находится у нас под фонтаном. Может зайти и убить у нас Харда. Так же происходит практически. Нет, все-таки Хард сделал трипл И это эйс в этом раунде. Да, такой вот, знаешь, мини-эйс, эйс-дымоверсия, 3 кила он дал, но при этом всем, как он на мясе расправлялся со своими оппонентами, зашел в спину одному, два были фулл-блайнд, он понимает, что позади него также есть игрок, нереальная переводка, это было жестоко. На самом деле, это было очень даже жестоко. Но у нас начало седьмого раунда. И уже первые потери Скандинав. Остается лоу-хэповый. На него летит ХАЕ. Парень погибает от своего противника. Но при этом все. бюджем Дай немного ранее давал энтри. И здесь уже Бен Торич. Остается последний. Ситуация 1 в 3. Да, ситуация 1 в 3, но сможет ли Хард повторить ситуацию и сделать, опять же, эйс? А, Бендорич находится на парке и должен сейчас встречать одного из игроков. Это Хард и будет листычка. Нет, просто-напросто пропускает. Хотя не смог забрать у нас Хард последнего игрока, и это 7-0 на табло. Совсем немного остается людям X для того, чтобы взять первую половину. До конца не могу понять, что это вовсе происходит. Где четвертый у Mixed Paid Это... Страшно, страшно на самом-то деле. Да, вот здесь даже ребята пишут, что не смотрите, не смотрите за этой игрой. Ну, это действительно интересно. Два сильных коллектива. Айбенторич делает минус по Харду, и Скандинав делает минус по Баблику. Ситуация становится 2 в 3, и уже напряженная ситуация на карте. А он говорит, уйдите. Это действительно классно. Это два сильных коллектива сражаются за то, чтобы выйти в одну, вторую данного турнира. Ну вот сейчас с девятки Васян Про чекает свои позиции на Б-планте. Илья, Дед Стар. Он же Колбран Готов, готов принимать своего оппонента на позиции Асайда. 2 в 3 эпизод. Отыграть его, несомненно, можно. Бюджем, да, и получает по голове. Дальше агрессия была. Один в один ситуация остается. И теперь Бентурич. Бентурич. Ну что, как пойдет? Как пойдет игра у этого парня? Бомба будет ставиться. Выпад от Авапера. Мы готовы забирать. Ну что, теперь, теперь уже готовы забирать, на самом-то деле, говорит у нас Савасян Про, 8-0, первая половина без шансов уходит за защитой. Тяжело, тяжело команде mix Faded войти в ситуацию и играть втроем, тяжело, действительно тяжело, хотя могут выйти на один из пунктов, не понимаю, почему один игрок играет без какой-либо координации и просто-напросто ходит один отдельно от своей команды, хотя может попробовать быть с ними. И, возможно, это будет первое для них раунд. Два ВП играют команды Люди X и с одним будут отыгрывать торич Ой-ой-ой-ой, подождите, подождите. -ка. васян Про пытается показать прострел, но прострел здесь не заходит. Буквально бы на секунду позже дал бы он выстрел. Возможно, тогда получалось. Бентурич, kill по дед Стару, под Бэплантом нет игроков защиты. Все на А-сайде. Да, все на осаде, потому что Микс тут тоже несколько раундов подряд выходили под Аплен. Смогут ли они повторить данную ситуацию и взять свой девятый раунд? Но Пабрик делает минус по, по, Бугимену и остается два игрока у команды Микс Фейд. Это Скандинав и Бендорич, который только что погиб у нас от Харда и остается единственный Скандинав, который имеет на своих руках бомбу, убивает Харда, практически убил его, но получив голову от него, это девятый раунд. Да, это 9-0. Какая боль на самом-то деле. Десятые готовы команды разыгрывать между собой. Но знаешь, то, что я вижу, даже и командами как таковой назвать довольно трудно. Да, ты совершенно прав. И трактор. Появляется у нас Бен Торич. В предыдущем раунде покупал ВП И смогут ли зайти эти девайсы в этом раунде. Скандинав... Находится коннекторе одного из игроков. Это паблик. СВП играет у нас данный игрок. И хард тоже забирает Пудимена. СЗшка пытается Скандинав, делает минус по паблику. И здесь с его флашом заходит к Харт и делает минус 2 по игрокам команды Микс 10-0. Да, скандинавы люди жесткие, но жесткие всего лишь на один килл в этом раунде был от этого игрока. Редропы девайсов, даже если я не путаю, все в порядке у ребят по экономике, на самом деле это так. Васян Про 16 тысяч долларов и при этом у него full buy как по девайсам, так и по гранатам. Под бепленд готовы у нас открываться микс-пайдайд. Атака в данном направлении 3 через монстр, никто через шорт не пойдет. Первая потея, вторая уже Бенторич на размене. Да, паблик делает минус у нас на болоте. Погибает у нас Бегимен. Бэтт сейчас остается последний в последней своей команде. Сможет ли он повторить клатч раунд, как сделал Люди Икс, но не смог. И разбирает хард. И это 11-0 табло. Какая уверенная игра от обоих коллективов. Но все-таки один коллектив превосходит второй. Да, так и есть. Так и есть на самом-то деле. 12-й уже на карте The Overpass. Но, тем не менее, Mixed Faded все так же бьются лоб своего оппонента. Пытаются взять хотя бы первый поинт, знаешь, они были довольно близки. Но очень я хочу, дабы здесь не было 16-0. Скандинав готов давать энтри, но ловит каешку за спину. Успевает отойти всего лишь минус 1 хп. Но этот один хп может ему все-таки что-то решить. Карт забирает двоих практически. Не смог его забрать, но смог забрать Илюшенька. Забирает Бентори, честно, из последний скандинав. Нашел немножечко по паблику. 12 хлоспоинтов ему оставил. Здесь Илюша также работает с ВП. Откидывает отличный молот, который перекрывает движение игроку команды Микс Фейда. И остается у него 96 хлоспоинтов. С этими хп можно сделать клатч раунд. Сможет ли вот в чем вопрос. С клашом играют на скандинав и отправляется Лонг. И о нем есть информация, и он выходит замечательно. нас Илюшеньку 75 хелспоинтов у него остается, и дедстар. СВП работает, должен откидывать смог, должен хотя бы флешечку. Что-то откинь уже, и с калашом по-прежнему играет на скандинав. Замечает опять Илюшеньку, не получается у него спрейть, и СВП забирается все последнего игрока. Был скандинав 12-0, и Вася просто-напросто балуется с дверью. Да, у Васи там своя игра, своя битва за престол. Тринадцатый уже на оверпассе. Первая половина подходит к концу. И здесь атака даже до конца бая не смогла сделать. Скандинав играет со вторым армором и ЦЗшкой. Наверное, поднятие экономики для бая АВП. Да, ты прав. И почему-то Скандинав опять играет с ЦЗшкой. Уже несколько раундов подряд. И три АВП появляется команда Люди Х. Барти 76 хелспоинтов у него остается. Немножечко накоцали его. И СВП будет работать под болотом и под б Хард замечает одного игрока у нас под болотом и должен давать информацию тиммейтам, что как минимум двое на Б. Ну вот сейчас э, Васян про Вася уже откидывает Смоук на монстра и открытие шарта. Есть, есть шанс на энтри-килл, но Хард его делает немного раднее, Бьюджем Дай на размене и у нас последний. Последний игрок на коннекторе, по нему почти попали, да. Позиция была близка. Public Enemy дает последний килл в этом раунде на табло 13-0. Мне кажется, что сами Микс уже понимают всю ситуацию. Да, ты про Фантон и ситуация в 4 АВП у команды Люди X и в 3 АКМ у команды Микс Но если быть серьезно, это действительно боль. И это действительно боль. Микс проигрывает команде Люди Икс, которые играет в свою очередь четвером. Но это не серьезно. Немножечко. Плеер недавно заходил, но, по-моему, он вышел. Решил У -у -у. парень, решил перезайти, но по итогу решил, наверное, вовсе выйти отдохнуть. Энтри килл, Энтри килл за командой. Люди Икс до конца агрессии нет, но последний остается на пати. И теперь уже, теперь уже вьюджем. Готовы тебя закрывать здесь и сейчас. Васян про, хаешка полетела, но его уже убивают. 14-0. Да, 14-0 табло, скорее всего, будет. 15-0 и там уже 16. День у команды команды Миксвейдов нету. Играют парни очень неуверенно. И скилла им все-таки не хватает. До команды Люди Икс, которые, в свою очередь, играют четвером в 4 АВП. И это безумие. Да, это безумие на самом-то деле. Ребята не могут. Ребята не могут здесь доиграть. Но нужен хотя бы один раунд, дабы не в сухую. И про ТВ небольшой был и продолжается игра. И Скандинав. Чекает опять же в п шарики. Никого там не замечает. И ТВП сейчас будет у нас отыгрывать. Вася Про, Скандинав. Опять играешь на шариках. Э с и тиммейтами. И один игрок команды люди Х находится в коннекторе. Один находится в туалетах. Будет принимать у нас фонтан. И скорее всего это будет минус 2 от обоих игроков команды Люди Икс. Ну и что? Что последняя? Последняя двойка у нас остается в завершении первой половины карты The Overpass. Люди X. Дед Стар играет на туалетах. Бьют Дай И его тиммейт на ускоп не залетает. Разменная монета присутствует в этом раунде. Но при этом всем Васян Про дает о себе знать вот таким вот фрагом. Да, 15-0 на табло. Люди X пока что уверенно себя чувствуют на этой карте. А вот команда Mix Fade. София совсем. У них еще и левает один из игроков. И, скорее всего, это 100% good game. Так как парня можно просто выйти на один из пунктов и забрать двоих игроков последних от команды Mix Fade. И забрать эту игру в 16-0 и пройти в одну, вторую. Да, да, вот теперь уже у ребят все очень, очень, очень плохо. Шестнадцатый раунд. И я думаю, в меня никто камнями бросаться не будет, если я скажу, что это последний. Да, это действительно последний уже Дигла получает у нас. Э, с Дигла получает Бентович. И остается последний Бугимен, которого также забирают. 16-0. Вот такая вот игра, вот такая вот игра, дорогие друзья, Я удивлен, удивлен на самом-то деле, но при этом небольшая музыкальная пауза, после которой мы вновь вернемся к вам.